Телезритель, я могла бы заказать все это из магазина Jungle Story на Озон либо в Айдрис, но мне захотелось сделать распаковку для тебя красивую, поэтому я заказала это на самом сайте Jungle Story. Все ссылочки будут в описании на сам магазин, на сайт и где можно, допустим, купить эти товары. Магазин есть на Озон, я видела, также нашла эти товары на Вайберис. Ты, наверное, в курсе, что я за экологию и за разделение мусора. Хотя моя подруга считает, что, ну, мне же надо во что-то верить. Я верю, что наш мусор все-таки действительно разделяется, если выбрасывать мусор в разные контейнеры, что их собирают все-таки и увозят туда, куда надо, и пластик перерабатывается. В общем, начнем. Я сейчас ездила в СДЭК, мне пришла вот посылочка как раз от Jungle Story. Как не покупырить? Я даже ногти намарафетила. Jungle Story с фиолетовым ворсом, сделано из кукурузы, эко-френдли. Ты знаешь же, что я люблю обезьянок и коллекционирую обезьянок, а тут логотип у Jungle Story, я думаю, что это обезьянка из листиков вылазящая. Щетки Jungle Story с щетиной средней мягкости эффективно удаляют зубной налет и обеспечивают тщательную чистку зубов, а также не травмируют десна. Биоразлагаемая ручка сделана из кукурузного крахмала. Извините, щетинки мы были вынуждены сделать из нейлона, но это всего лишь 2%.
Полиамидная нить имеет более низкую жесткость. Это хорошо для десен, зубов и эмали. Она обладает низким водопоглощением, что поддерживает чистоту вашей щетки. Форма щетки делает ее особо удобной в использовании. Наша упаковка является экологически чистой и может быть утилизирована без ущерба для нашей планеты. Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые 2-3 месяца. Покупая продукцию Jungle Story, вы делаете нашу планету чуточку чище, лучше. Спасибо, что поддерживаете экопродукцию. Позаботьтесь о себе и природе, а взамен природа позаботится о нас. А вы знаете, зубная щетка только на 60% очищает ваши зубы. Для комплексной заботы полости рта, здоровья врачи рекомендуют использовать скребу для языка, зубные нити или флоссеры. За удовольствием и пополнением запасов на наш сайт можно сканировать QR-код, а можно пойти на junglestory.ru. Также можно найти их товары на Wildberries сезон, как я уже ранее сказала. Состав кукурузный крахмал и полиамидная нить, он же нейлон номер нейлон 6. Сделано это все в Китае, а импортер Москва. Я давно хотела попробовать что-нибудь из кукурузного крахмала. Видела как-то на Озон чашку из кукурузного крахмала, но пока собиралась ее заказать, ее кто-то уже купил. И чашка мне не досталась. Даже не скажу, что это кукурузный крахмал. Классная щеточка. Мягкая щетинка. Я ее попробую в действии, а потом запишу свой отзыв в формате шортс. Ну и если вам интересно, можете глянуть. Точнее, я надеюсь, что вам будет интересно, гляньте. Логотип с обезьянкой находится вот здесь. Я потом делаю еще отдельный пост с фоточками в инсту или в телегу. Ну, короче, просто пофоткаю. Там уже даже в разделе сообщества выложу фотку щеточки и остального. Просто, если вам интересно, можете поближе рассмотреть. Эту штучку я говорю в своем видео, кажется, ухода, который, да, я еще никак не смонтирую, но постараюсь выложить сначала уход, а потом этот обзор. Я давно хотела купить какой-нибудь такой, или сделать сама, но материал специальный найти, или купить такой мешочек, который можно использовать как для заваривания, допустим, травы прямо в ванной, для принятия ванны, или для... Положил туда кусочек мыла или обмылочек, и, соответственно, и мыло израсходуется. И при этом можно использовать такой мешочек, как губочку. И нашла такой мешочек вот на Jungle Story. Используя продукцию Jungle Story, вы делаете нашу планету чуточку лучше, плюс получаете удовольствие. Если вы хотите позаботиться о себе, своих близких и нашей планете, то ждем вас на сайте junglestory.ru, где вы можете ознакомиться с нашей продукцией. Стать частью глобальных изменений – это следовать принципам рационального потребления и по возможности сократить наличие пластика в нашей жизни. Тут есть QR-код также. Веган. Да, вся продукция Jungle Story подходит веганам. Эко-френдли. Состав 100% сизаль. Натуральное грубое волокно, получаемое из листьев растения агава. Сисолана из рода агавы. Я даже не знала, что вот из этого делается. Я думала, оно там изольное или еще что-то. Умеренная грубость натурального материала способствует очищению кожи,
массажным эффектом, универсальный мешочек, мочалка для душа и для заваривания трав в ванной. Мочалка-мешочек – это удобная вещь. В нем можно заваривать травы при принятии ванны или парение ног в тазике. А также можно положить его, у него маленькие кусочки мыла, использовать как мочалку, которая будет чудесно мылиться. Я вот как раз специально для этого хочу сделать опять мыло на основе мыльной, которую вот я раньше, ну как я раньше занималась этим мылоприготовлением. У меня мыльная основа обнаружилась, я хочу как раз вот сделать для, специально для этой мочалочки, потому что давно уже пользуюсь жидким мылом, и я не знаю, есть у меня где-то мыльные остатки или нет, но вот специально мыло сделаю с какими-нибудь там травами, эфирными маслами и буду использовать с этой мочалочкой. Оказывает благоприятный оздоровительный массажный эффект, стимулирует кровообращение, тем самым повышает тонус, упругость эластичной кожи, при этом отшелушивая ее. Фудзиян. Или фудзиян, не знаю. Не сильная в китайском. Срок годности не ограничен. Дата производства 10.06.2022 года. Сизаль 100%. Думала как-то другому вскрыть. Я тут его пытаюсь отклеить. Смотрите, какая милая мочалочка. Опять же с логотипом обезьянки Jungle Story. Туда же рука практически. Ну и можно затянуть. Завтра с утреца и помоюсь. Надо будет только мыло приготовить. И потом в отдельном шорте скажу свое мнение. Это я как-нибудь отдельно за СМР. Коробочка потом пойдет в сад на сожжение. А это люди, вообще есть несколько подписчиц, которые дарили мне сумочки, шоперы. У меня как бы есть в общей сложности, ну еще в Фраше когда-то были сумочки, шоперы, потом на Кукпеде мне в конкурсах я получала эти сумочки шопера. В общей сложности у меня есть как бы три сумочки шопера от вас, дорогие зрители, подписчицы. А тут я увидела такую красивую сумочку шопер. Она, по-моему, из льна, такая вот под цвет вообще льна классического. И заказала, я даже не знала, что она придет в такой коробочке. Jungle Story. Холщовая сумка с двумя кармашками снаружи и одним кармашком внутри. Размер 31 на 46 и 14 сантиметров. Одна штучка. Органик коттон. Это вообще, походу, дело хлопок, даже не лен. Сейчас фокусирую камеру на ней. Сумка изготовлена из органического хлопка, что делает ее износостойкой и чрезвычайно прочной. Эта сумка идеально подходит для походов за покупками, на учебу, на работу или спортзал. Изготовлена из плотного хлопкового полотна. Отлично поддержит форму, устойчиво. Универсальная модель подойдет под любой аутфит. Удобные внешние и внутренние кармашки. Что-то у меня происходит с планшетом. Запись оборвалась. В общем, я упаковала обратно сумочку. Сейчас я при вас ее снова распакую. Что хочу сказать, сумка очень классная.
вообще тут 4 получается отделения, 2 кармашка, потом внутренний кармашек, он при этом розовый. Она без застежек, но я тут не читала, кстати, вот что тут было, используя продукцию Jungle Story. Ну, в общем, это как обычно тут написано. А дальше рекомендация по уходу. Стирайте при температуре 30 градусов и ниже. Не сушите в сушильной машине, так как это может привести к деформации изделия. Не храните в сумке мокрые вещи, так как это может привести к окрашиванию сумки. При загрязнении удалите пятна, аккуратно промокнув пятна влажным полотенцем и высушите на воздухе сумочку. Она довольно вместительная. Тут также вот есть ярлычок Jungle Story обезьянка. Видите этот розовый кармашек? Он вот так вот пришит. Смотрите, тут вот такой кармашек с надписью «Новый вид человека с новыми потребностями, взглядами, с новым мышлением». Сумочка большая, плотный материал, она без застежки, ручки вот такие вот, хорошо прошита. Шины вообще отменные, вместительные. Тут вот кармашки, целая рука близко. Вот такой у меня обзор. Если уже знакомы с этой продукцией чуть раньше, чем я, то поделитесь со мной в комментариях, возможно, вы мне что-то посоветуете. И если пользовались чем-то подобным, или щеткой биоразлагаемой, то тоже с удовольствием почитаю ваши комментарии. Ну, в общем, если хотите поддержать канал, где-то будет тупалка, я скажу вам спасибо. И давайте бережнее относиться к нашей планете и, соответственно, к природе. Всем пока!